ребята. Всем привет. Всем привет. Песик очень злой сегодня. Очень-очень злой. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, не ругайся. Короче, нужно один без хозяйки. 5 дней хозяйка уехала в командировку. Тихо-тихо-тихо-тихо, лазит недовольный. Сейчас мы попытаемся его задобрить. Вот так вот, видите, он начинает хозяина любить. В общем, ждем хозяйку. Она должна приехать сегодня. Сейчас, Стамбулик. Пойдем, дам что-нибудь тебе вкусненькое. Пойдем, пойдем, пойдем. Ты малыш. Пойдем на кухню, вкусненькое что-нибудь, да? Пойдем. Будешь что-нибудь вкусненькое кушать? Будешь вкусненькое что-нибудь кушать? Что ты хочешь вкусненькое? Скажи мне. Стамбулик, что ты хочешь вкусное покушать? Вот. Ты, малыш, забегал. Вот, снова на диванчик. Пойдем за вкусняшкой. Пошли? Пойдем за вкусняшкой. Смотрите, какой у нас он взбодрился, повеселился, да? А на ручки пойдешь ко мне? Пойдешь ко мне на ручки? Ну, малыш, давай. Вот сразу. Вот, смотрите, как он любит тоже так уж. Пузко почесали. Да? Любишь? Иди. Иди, хороший. Иди сюда. Иди. Вот. Вот, вот так вот малыш любит, чтобы его погладили, видишь, как ты повеселел. А то он, бедняга, лежит в своей конуре и скучает целыми днями, не выходит. Нет, он выходит, покушает свой корм, попьет водичку и снова лежит, скучает. А вот так вот его берешь и начинаешь веселить. Гладишь его, играешь с ним, начинает тебя покусывать, он сразу забывает свои проблемы. Видите, как он веселый становится, малыш. Вот так вот. Ничего, хозяйка уже через пару часов приедет, сегодня воскресенье. 5 дней ты без нее прожил. Сейчас ты устроишь ей веселую встречу. Да чему у вас? И вот ты такой малыш, умница. Ты маленький наш. Вот, давай. Скажи всем своим подписчикам пока. Скажи пока. Стамбул, скажи подписчикам пока. Скажи пока. Пока скажи. Скажи пока. Вот, пока, скажи. В общем, ребята, пока, давайте, до новых встреч. Такой у нас сегодня выпуск. Выпуск с хозяином, без хозяйки. Всем пока.